Всем доброго времени суток. Раннее утро субботы. Какое на сегодня число-то, а? 29-е, 30-е? 29-е, по-моему. 29 января 2011 года. С вами снова я. И обратите внимание, мы находимся на улице Крещатик. Я вот пытаюсь найти доказательства того, что это на улице Крещатик. Но не получается, да? Это вот такая вот улица Крещатик. Но на самом деле это улица Крещатик. Она же Хрещатик, да? А в Сумах нет ни одной вывески, чтобы продемонстрировать. А я нахожусь возле самого красивого города в Сумах, так по крайней мере, дома в Сумах, так по крайней мере мне сказали старожилы, которые вот построен в таком вот псевдоготическом стиле с куполом и так далее. Никто, кстати, не может сказать, что это за дом, зачем он нужен, но домик такой красивый, оригинальный, интересно, даже сохранилось что-то в нем. Что здесь сейчас, тоже непонятно. А, судя по всему, это Укрсудсбанк, Юникредит и другие банковские установы. Вот. Такая вот красивая вещь. С другой стороны, вот тут написано Хрещатик. Обратите внимание. Вот. Мы працюем, а Хрещатик — это сити Хрещатик, торговельно-развожальный комплекс. Видать, здесь когда-то был какой-нибудь скверик, пацаны построили себе такую вот развлекаловку. Интересно все-таки, что за здание. Можно спросить у прохожих. А сейчас мы Простите, а вы не знаете, что это за здание такое? Вот это, да, оно такое красивое, и мы люди не местные. Это здание, понятно, что Укрсудсбанк, да? Да, оно же видно, что построено до революции. До революции оно бы, конечно, трошки тут, ну, в принципе, наружу они не видоизменялось. Там внутри все переделывали и так далее. Так а зачем оно строилось? Просто кто-то... А здание, я не подскажу, это какой-то, конечно, промышленный, какой-то еще... как бы до революции человек зарубил. А, просто так для себя? Да, и, ну как обычно. Вот а у вас еще в Сумах есть такие красивые дома? Или он только один такой? Да, вот, извините, в Черкассах. Да. В принципе... Нет? Ну, вот это как бы я-то знаю, что такое оригинальное. Ну, нету. Не могу подсказать. Ну, что, спасибо. Ну, вот такого не знаю. Ну, в принципе, наверное, что-то еще где-то есть. Вот, допустим, я не знаю, кто построил палаццо Дружини. Палаццо Дружини. Мне тоже говорили, что... Тут фасад непоганий, так? Да. Вот. Ну, еще я же... Что... А чего улица Хрещатик? Это ее в честь Киева переименовали? Или она была нас... Урисска. Понятно. Ну, все, что делается сейчас, делается так. Абсолютно устраняются капиталистические идеалы. Коммунистические, наверное. То есть, коммунистические, а у нас сейчас, если сказать, капитализма нету, сразу феодального крепостнический строй. То есть... Даже тот строй был лучше, потому что там хоть крепостной работал и ее кормил. А у нас уже на улице. То есть вы не поддерживаете вот узурпацию власти партии регионов? Это самая паразитическая власть, как я говорю. Юлия Тимошенко как-никак, она все зарплаты давала, и она собиралась... капиталист строит, только как бы европейский, а на который понятно. Не равняться. Понимаете? Ясно, спасибо вам большое за помощь. Да, вот. Да ничего, это вам извините, что задержали. Так, ну что ж, теперь никто не знает. Ребята, а вы не знаете, что это за дом был до революции? Кто его построил? К сожалению. Жалко. Да. Нафига его построили-то? А вы не знаете? Не, я не местный, я увидел, проезжал мимо, дай, думаю, на видео сниму. Укрсоцбанк. Не, так Укрсоцбанк... Когда-то это был очень дом... Это был дом. Да. Это был когда-то дом. Так он не влазит просто в камеру. А почему? Потому что приближение сильное. Жилой дом. Это был когда-то жилой дом. Вот это жилой дом? Да. Вот это люди жировали, блин. Очень богатого человека. Понятно. Это было где-то 50, 40, 47, 57 году. Я понял. Ну, спасибо. Удачи. А вы что, не знаете? Да я в Черкассах проездом. Ехал мимо. А вы откуда? С Киева. Турист. Вот я говорю, это был дом когда-то. По дороге на Чигирин. Счастливо. Привет, Киеву. Удачи. Спасибо. Да, вот так вот. Дом. До революции. В 47-57 году. Ну вот что ж, поехали посмотрим улицу Крещатик. Говорят, там в конце красивый ЗАГС.
поехали. Прощаемся с местом Сити. Мы уже услышали несколько интересных мнений. Трафика вообще нет, как вы видите. В связи с субботним утром ребята такие готовенькие тоже прогуливаются. Очень понравился пассаж про власть. Оказывается, у нас есть неравнодушные люди. Конечно, жаль, что они не понимают, что любая власть — это враг в настоящий момент народа Украины. И народ должен просто-напросто строить свою власть, а не говорить, это принесет, это не принесет. Но это уже мое личное мнение. За кого им голосовать, они сами выберут. Не будем навязывать, просто будем озвучивать. Итак, пересекаем улицу Крещатик. Никаких указателей того, что мне здесь это сделать нельзя, нет. Включаем аварийку. Тепло, хорошо. Светит солнышко. Отличное здание. Сбоку мы видим Одесская областная филармония. Видать, тоже дореволюционные постройки. Знакомое здание. В советские времена обычно тут либо такие какие-нибудь... это, наверное, КГБ. Оно же теперь СБУ. Тетенька хочет перейти дорогу. Ну, пусть переходит. Точно СБУ. Вообще, Черкассы достаточно симпатичный городок. В отличие от других городков. Много чего сохранилось здесь. Вот тут тоже дом. Мы едем к дому от дружиня. Там. Тоже что-то происходит, судя по всему, там даже свадьбы испортили, перестроили. Какая-то гимназия или что оно там такое. О, музей восковых фигур, кто бы мог подумать. И вот мы подъезжаем. Опять какая-то школа, видать, на месте чего-то дворца или еще чего-то построенное. И вот мы подъезжаем. Ух ты, красиво. К палаццо Дружини. Я сейчас здесь слегка припаркуюсь. Ага, тут не припаркуешься. Люди ходят с цветами уже. И я тут со своей камерой. Ну, ничего страшного. Поснимаю. Так, 7 минут. Батарейка еще целая. Надо будет, кстати, поменять для гаишников. Если в кои веки соберутся попраздновать. Ну, и вот он, палаццо Дружиня. Черкасский. Я уже не пойду на берег Днепра, хотя мне говорили еще, что здесь есть красивый вид с так называемой замковой горы, которую никто так штурмами не мог взять, но на самой замковой горе ничего нет. А вот мы сейчас наблюдаем эту трагическую картину лишения мужчины свобод и прав в виде Дружиня. Счастливая невеста, счастливые подружки-невесты и несчастные мужики. Вот они на прощание, как вы видите, обнимаются, фотографируются еще свободными и молодыми, да. После этого это видео они будут прокручивать каждый раз сзаду наперед. Ну, а палаццо Дружиня вы видите вот, вот такой вот интересной особенностью этого палаццо. Ну, дом красивый, да, такой. Его... Действительно из такого материала и такого цвета сложили? Или это его просто не успели облицевать и проштукатурить? Непонятно. Надеюсь, что такой вот незаконченность и ошкуренность останется. Очень напоминает Саграда Фамилия в каком-то степени. Вот. Именно такими вот наплывами. А если посмотреть на одно из окон, там на одном из окон написано «Европейская партия Украины». Почему бы это? С какой стати на ЗАГСе, о государственной установе, висит реклама какой-то политической партии, да, то есть непонятно. Ну вот они молодые, вот он, я так понимаю, жених, садятся они в это самое, вот они обсуждают, где первая точка побухать, и да, странно, невесту на первое сиденье, ребят, ну надо же заказывать-то что-то нормальное, например, минивенчик, чтобы... садились. Ну, ага, вот, видно большими буквами в улице Хрещатик, бывшая Урицкого. А на доме тоже какая-то вывеска есть, надо подойти посмотреть. Кстати, домик красивый тоже, зелененький такой, приятного цвета, успокаивающего и обнадеживающего. Там вон еще памятник кому-то, какому-то гетьману, Байде Вишневецкому или еще кому-то. А вот. А мы пойдем, у нас время уже заканчивается, 10 минут, я думаю, не всем будет интересно смотреть Черкассы. Но поверьте,
при этом самое городок-то неплохой, так на полдня проехаться, посмотреть именно красивые домики, те есть чего. А вот тут вот написано будинок повітового лесничого побудували в 80-х роках 19-го века за проектом архітектора Русака за радянських часів. Ми розміщились правоохоронні органи, потім бібліотек. Ага, это значит здесь был пытошный НКВДшный подвал. Вот здесь вот кровавая гибня как раз и издевалась над инакомыслящими и просто над теми, кого оклеветали и назвали врагами народа. Интересное соседство. ЗАГС. Если что, потом сразу можно сдать надоевшего мужа или жену соответствующее. Ну что ж, время прощаться, да, уже подходит к этому. Следующая наша остановка будет в Чигирине и Суботеве. Кто не знает, что Чигирин — это одна из гетьманских столиц Украины, тогда еще Сечи, гетьманщины, театр, ляльки. А Суботев — это предположительное место упокоения знаменитого украинского гетьмана Богдана Хмельницкого, начавшего войну за независимость, победившего и так бездарно потом преданного, чье дело так бездарно, скажем так, было предано другими его последователями за титулы и богатство, бабло, короче говоря, Российской империи. Тогда еще не было Российской империи, Московии, да? Вот, ну что ж, красивый дом, оказывается, жилой будинок, спасибо дедушке. Надеюсь, что его Юлины надежды на Юлю оправдаются, или просто оправдаются надежды. Но настроение народа мы видим, чтобы партия регионов не говорила о том, что ее тут поддерживают, никто ее тут не поддерживает на самом деле. Что ж, спасибо, всего хорошего, до свидания.